Команду «Армавир»-то мы знаем. Команда «Армавир» в наших сердцах. Да, мы специально приехали на этот матч. Мы в Ростове. Когда мы приедем к вам в «Армавир», когда к вам придет чемпионат мира по футболу FIFA 3126, вот тогда мы встретимся. Я встану и прилечу на перепончатых крыльях. Ну что я могу пожелать команде, которая играет в «Сталевой лиге»? Конечно же, подняться выше, а через год еще выше. Вот. «Армавир» – хороший город, там крепкая была всегда команда. Ее даже тренировал Валерий Георгиевич Карпин. Поэтому мы про эту команду знаем и даже немножко ее любим. Вот. Ну что, только успехов, без травм, ребята, дойти до конца чемпионата. 15 сентября, день рождения у клуба, от руководства клуба, от всех болельщиков, от команды. Приглашаем вас заранее на наше день рождения. Будет здорово, и вы украсите. Конечно, так я готов. Все.